Всем привет! И сегодня у нас на обзоре селфи-палка от компании Xiaomi. На данный момент компания выпускает две версии селфи-стиков. Один предназначен для использования с экшн-камерами, другой для смартфонов. Сегодня в нашем обзоре версия селфи-стика для использования с экшн-камерами. Устройство поставляется в коробке из переработанного картона. На передней стороне расположен логотип, на обратной стороне информация на китайском языке. Откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри имеется сам стик, а также инструкция на китайском языке. Вот так выглядит инструкция. Вот так выглядит селфи-палка. Что касается материалов, то устройство выполнено полностью из металла и ощущается как цельный металлический брусок. Для удобного хвата стик имеет прорезиненную рукоятку. Снизу располагается ремешок для запястья. Открутив винт с ремешком, мы увидим стандартную резьбу в 1/4 дюйма. Для крепления камеры в верхней части стика имеется шарнир со стандартной резьбой в 1/4 дюйма. Помимо поворота вокруг своей оси на 180 градусов, шарнир может наклоняться, правда в одном направлении, на 90 градусов. После установки нужного положения шарнир фиксируется с помощью специального рычага. Чуть ниже на рукоятке для ориентира фиксации открытого и закрытого положения колен располагаются иконки открытого и закрытого замка. Ниже на специальной металлической скобе располагается пульт управления камерой. Пульт имеет две кнопки. Большая предназначена для спуска затвора камеры. Верхняя кнопка служит для переключения режимов съемки с фото на видео и обратно. Открыв специальный ограничитель, пульт легко снимается. Для питания используется батарейка типа CR1632. Помимо экшн-камер Xiaomi, пульт может работать со смартфоном. Сопряжение выполняется обычным для Bluetooth-устройств способом. После нажатия на любую кнопку смартфон делает фото. Переключение в видеорежим, к сожалению, не работает. Переведем селфи-палку в разложенное положение. Для этого поворачиваем колено стика против часовой стрелки до достижения отметки открытого замка на рукоятке. Теперь для фиксации колен вращаем колено в противоположную сторону. Здесь важно не переусердствовать, иначе даже металлический стик может не выдержать и сломаться. Что касается длины стика, то в разложенном состоянии его длина составляет 61 см. Для сравнения, стик от компании Recom с длиной в 109 см. Вот так стик выглядит со стороны и в работе. Ну что же, подводя итоги, хочется отметить, что в целом устройство мне понравилось. Цельный металлический корпус, длина 61 см, пульт можно использовать не только с экшн-камерами. Что не понравилось, так это механизм крепления колен. Как по мне, классическая конструкция вытягивания является более простым и удобным решением. Ну что же, это был обзор селфи-палки для экшн-камер от компании Xiaomi. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Может, она с браком? Ребят, не подписывайтесь на его канал, не смотрите его обзор, потому что он не разобрался, как раскладывать селфи-палку.